Здравствуй, моя нежность. Жду и надеюсь встретить тебя, мою вторую половину. Посмотри на меня. Может, я та, о которой ты грезишь и назовешь своей любимой? Меня зовут Лариса. Мне 37 лет. Я работаю директором по маркетингу в сети продуктовых магазинов. Мне нравится моя работа. В ней очень много творчества и динамизма. Мое жизненное кредо – гармония отношений с самой собой и окружающим миром. Следовать данному кредо мне помогают мои занятия йогой и духовными практиками. Они гармонизируют мою энергию и здоровье. Я люблю слушать красивую и спокойную музыку, смотреть фильмы исторического, психологического содержания. Я люблю авторские фильмы, не для широкого проката. Я не курю, не пью алкоголь, предпочитаю здоровую пищу. Ем индийскую кухню. Люблю путешествовать по разным странам. Мне нравится красота архитектуры городов Европы, узнавать людей из других стран. Я любопытна к их интересам, обычаям и традициям. Мне доставляет огромное удовольствие наводить чистоту и порядок в доме, выкидывать ненужные вещи, украшать мой дом, создавать уют. Увлекаюсь китайской наукой фэн-шуй. Знания в этой области помогают мне принимать и любить людей такими, какие они и есть. Помогать людям гармонизировать себя с окружающим пространством, домом, квартирой. Я люблю свой дом. Люблю заботиться о сыне, принимать гостей, готовить разные блюда для наших друзей. Мне нравится гулять под дождем, шуршать осенними листьями в лесу, отдыхать возле гор и моря. Я обожаю запах хвойного леса, запах белых роз, люблю встречать рассвет и провожать закат. Я мечтаю о красивой свадьбе и ослепительном белом платье. Мечтаю объехать весь мир, особенно места духовной силы на земле. Мечтаю родить еще одного сына или дочь. Мечтаю об уютном семейном гнездышке. Мечтаю помогать людям в профессиональном консультировании по фэн-шую и продолжать развивать свои достижения в этой области. Мечтаю о своем деле, центре гармонизации человека с спа-процедурами и фэн-шуй. Мое кредо – никогда не переделывать мужчину, всегда принимать его таким, какой он есть. Я хочу отдать мужчине свою любовь, родить ему детей, создать уютное семейное гнездышко. Я умею любить и уважать мужчину, быть щедрой на внимание и ласку. Меня привлекает в мужчине способность любить, оказывать поддержку, внимание, проявлять заботу о женщине, уважение к ее интересам и жизненному пространству. Я хочу встретить мужчину, который будет любить и уважать меня.